Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне, да. Так, так, это что такое? Ребята, удалил я мод, действительно, удалил я мод с пиксельмоном, но я не знаю, ребята, может кто-то будет против, может кто-то будет за, но, ну просто, если честно, если вот так просто-напросто подумать, то... Это уже даже слишком, если честно, везде пихать мод Пиксельмон, так как, в принципе, есть у нас сезон Пиксельмона, да, пускай он, в принципе, и будет, да. А вот это все, еще вот это как бы такая сборка, да, в которой напросто только убивать одних боссов, нереально больших боссов, да, и идти как бы добывать себе оружие и все такое, чтобы, в принципе, в конце концов и так убить самого главного босса, да. А в то же время еще отвлекаться на пиксельмон, качать покемона. Ну, я знаю, может, это, в принципе, и прикольно, да. Но все же, ребята, это мне кажется, если честно, даже слишком, потому что, в принципе, ну нет смысла. Ну зачем просто это делать? И, если у нас пиксельмон, да, сезон пиксельмона, пускай он будет. Это, мне кажется, более такое... Как бы... Более так ориентировано на... Да харе уже... Более так ориентирована на такое, на выживание, на охоту, на, как бы, еще раз выживание, а дальше, чтобы убивать боссов. А мне кажется, действительно, ну, Пиксельмон, мне кажется, это, в принципе, уже лишние, ребята. Я извиняюсь, что я говорил, что будет Пиксельмон, но многие писали, что удали Пиксельмон, многие писали, не удаляй Пиксельмон, но я так подумал, что, в принципе, ну, действительно, ну зачем? Ну нет смысла просто играть с Пиксельмоном, еще как бы в этом сезоне, да, только... ну, как бы будем играть только вот с этим модом, ну, вот с этой сборкой, где просто-напросто... Какая суть этой сборки, какая суть вот этих модов? Это найти себе нормально так оружие, как бы доспехи, да, и все вот это, чтобы в конце концов убить самых главных боссов, да. А по поводу Пиксельмона, ребята, я говорю, ну просто, ну не хочу, ну не то, что не хочу, а просто, не то, что не хочу, а более-менее я так и подумал, что вот сейчас я, короче, хочу просто-напросто проверить, не будет ли лагать сервер, как бы, не будет ли, не сервера, не будет ли лагать Майнкрафт, так как, в принципе... Реально были лаги, не лаги, а просто такие небольшие подвисания, тормоза. Просто я хочу сейчас проверить, будут ли они. Если будут, то я, может, и верну Пиксельмон. А если не будут, то это может действительно за этих всех сборок, за этих кучи всяких соединенных сборок, и поэтому может, наверное, глючить. Хотя вот я сейчас смотрю, и так глючит вроде. Фиг его знает, ребята. Ладно, вот что я еще сделал, ребята, я тут себе такое сделал, три вот таких куба, да, с которых собирать вот эти, как бы, ягоды, да, вот это все, у меня, если честно, сейчас просто нереальное количество ягод, вот тут уже 1,5 стака, вот, raspberry, это малина, да, что такое, blueberry, тоже 1,5 стака, это у нас черника, да. Еще немного вот этого, малоберри, я не знаю, что это такое. Ну, что-то тоже такое. И вот я еще собрал почти что один стак помидоров, да. И, ребята, посадил я вот это дерево, реально, мне сказали, посоветовали, реально. Спасибо, кто сказал, как его посадить, потому что я просто-напросто действительно не знал. Вот ростки делаются, в принципе, вот так, с обычного яблока идут ростки. И дерево вырастает как бы за секунду. Оно даже не то, что вырастает, оно как бы не растет, да. Ты, вот, например, просто так, куда бы его поставить, чтобы тут не мешало. Вот куда-то вот сюда. И оно просто-напросто вспанится. И с него падают, ребята, это как бы дерево не заканчивается, оно, можно сказать, бесконечное, но каждый раз с него, как бы, как это называется, как в реальной жизни, например, сезон там сбора, да, вот этих... Яблок, как бы, сезон урожая, да, вот. Например, вот яблоко не падает, а когда там ближе к ночи, или, например, ночью, или, может, через пару дней, начинают падать с него яблоки просто-напросто вот так на землю, да. Ух, я вот тут неправильно посидел, оно должно тут было быть. Ну ладно, в принципе, пофиг. И просто-напросто, босс, иди сюда, босяра. Ух, как вы... Охренеть, сколько тут уже всего выпало.
Так, чтобы выкинуть. Ребята, и я поменял версию мода Морфа, да, как он, или не Морф, как он там называется, не помню. Но вот сейчас у меня уже вот действительно работает вот этот полет, как бы, это действительно очень будет, как это можно сказать, очень полезной, да, можно и так сказать, потому что полет это действительно очень полезно будет, мне кажется. Так как летать на какие-то высоты, да, чтобы там лут забрать или еще что-то такое, мне кажется, это действительно будет очень полезно. И, в принципе, ребят, сейчас я превращусь в нормально, сколько у нас уже тут всяких спавнов, ну, мобов, да, в которых мы можем превратиться. Так, давайте покушаем. Вот с этого дерева уже столько яблок нападало, у меня уже почти что 2 стака яблок. Ну, это очень реально офигенное дерево, так как, когда урожай, да, когда начинает падать яблоко, то, ребята... Падают и обычные яблоки, то есть вот, смотрите, у меня уже почти что 2 стака яблок. То есть еды и так уже дофига. Вот, опять падает. Но плюс к тому, ребята, что с него падают иногда даже и золотые яблоки. То есть, смотрите, у меня уже 14 золотых яблок, а золотые яблоки как-никак пригодятся, чтобы убить каких-то больших боссов, да? Поэтому я думаю, это реально офигенное дерево. Но сначала, ребята, сейчас я так думаю, давайте мы пойдем... Все это нафиг выложим в сундуки, так как у меня... Сундуки? Сундуки, вы чё? Первый раз такое вижу, если честно. Фиг его знает, что это. Ладно, пускай будет. Так, превратимся, и давайте вот этот полупрозрачный сундук... Поскладываем ресурсы. Нам еще чуть-чуть не хватает уранима. Что... Нет, хватает, ребята. Так, и в принципе я установил себе not enough items. Называется, ребят, что-то залагал немного. Но я установил этот сейчас, знаете почему? Потому что он не сочетается с пиксельмоном. Там просто нереально, как бы, даже не то, что лаги, а он просто не сочетается. Когда, как бы, да, установлен мод с пиксельмоном, да, просто все напросто не лагает, не крашится. А когда ты включаешь инвентарь и загружается not enough items, ну, как бы, нет, я, ну, вроде он так называется, да, когда он загружается вместе с пиксельмоном, то просто-напросто клиент крашится и просто не пускает зайти даже в то же меню с пиксельмоном. И установил я Optifine, я и раньше вроде установил вместе с пиксельмоном, но там просто нереальные лаги были, поэтому, ребята, я удалил пиксельмон с этой сборки. Я не знаю, посмотрим, будет лагать, не будет, но фиг его знает, ребята. Сначала давайте все это поскладываем. Кстати, лук. Вот лук тот, который и мне как бы и посоветовали, но я знал, что он как бы существует. Но вот тот лук просто-напросто нереально офигенный, так как там... Так как там он очень сильный, как бы намного сильнее, чем обычный лук, мне так кажется. Поэтому, ребята, я так думаю, мы сейчас его сделаем. Ну, я думаю, хватит ресурсов, конечно, посмотрим. То есть, сундук нормально одиночный ставится, когда ты его соединяешь вот так, то он как бы становится таким полупрозрачным. Фиг его знает почему, ребята, честное слово. Сюда мы поскладываем пока что еду, ребята, чтобы оно просто-напросто... у нас не валялось в инвентаре, так как, в принципе, еды у нас реально уже дофига, всяких ягод, мяса, яблок и вот этого всего. Так, ребята, сначала, так, вот, аметисты, я немного сходил в шахту, нашел золотой блок, нашел немного титаниума, нашел немного ураниума, нашел немного аметиста, нашел немного алмазов, но, в принципе, нормально так. Так. Сначала, ребята, давайте вот это сюда, это, нет, этот заберем, что сюда еще можно положить, вот так, так, и, ребята, нашел я кучу спавнеров, вроде они у меня были или не били, но, были, да, так, что-то я тут напишу, чтобы просто-напросто в боку, ой. А, нет. Просто тут куча всего сбоку. Немного неудобно. Вот, кстати, эта бабочка тут.
которая... Мы ее никак не могли убить, но попробуем ее потом убить. Нам просто-напросто нужно лучше вот эти сделать. Броньку, потому что бронька у нас не то, что даже поломана, как бы уже капут ей. Ребята! Вот что... вот сейчас я не знаю, что нам лучше сделать. Еще вот один такой нереально офигенный меч, который у нас есть. Так как у нас один аметистовый меч, а второй, ну, как бы вот это, да? Как он там называется? The Ultimate Sword. Зачарованный просто. Ultimate Sword. Или сделать вот тот офигенный лук. Но если лук, мне говорили, что он стреляет даже без стрел, это просто нереальный лук должен быть. И у него просто нереальный урон. Поэтому, ребята, если он стреляет даже без вот этого, без стрел, что это будет за лук? И он и так, мне кажется, будет нереально такой сильный. Вот, кстати, вот этот меч, который у нас есть, где он? The Ultimate Sword. И вот The Ultimate Bow. Вот как он делается. Одно железо, титаниум, ураниум и три паутинки. Так, ну, сейчас мы, ребята, наверное, вот это даже сделаем. Так. Фу, если сделаем вот этот лук, то это просто капут будет. Что за лук? Титаниум. Ураниум. Идем возьмем еще одно железо, да, нам нужно. Возьмем железо. И если у нас паутинка, конечно, есть. Вот так вот. Идем себе сделаем вот этот лук, ребята. Давайте, как он там делается? Вот так. Титаниум, ураниум. The Ultimate Bow. Power 5, Flame 3. Это что там еще взорвалось, ребята? Кто? О, вот этот император скорпионов. Сейчас мы, наверное, его попытаемся убить. Flame 3, Punch 2, Infinity 1. Офигеть. Давайте попробуем. Он вообще как? Я не знаю, он стрелами стреляет? Охренеть, ребята, он даже без стрел стреляет. Этот лук вообще нереально какой должен быть. Офигеть. Он крип... Ну, крипера, конечно, с двух ударов убьет, да. С двух ударов. Два удара это нифига, ребят. Это почти что ничего. Так. Крипер. Нафига. Сейчас, ну, потом мы это проверим, если какие-то у крипера вот эти способности. Он на нас согрелся. Ух. Плюс к тому, это еще и босс даже. Охренеть, мы попали, короче. А нет, можно отсюда выбраться, я так думал. Нельзя. Ух, охренеть, сколько вас тут. Идите вы в попу, ребята. Иду я домой, да и все. Так, ну лук это реально. Не то, что реально, а нереально офигенный. Ну просто у него очень и большой урон, и он зачаренный. Это как бы, наверное, самый лучший лук, я не знаю. Там говорили, есть еще какие-то намного офигеннее. То есть с кожи боссов, да, или с чего это там. Как бы говорили, что он намного такой офигеннейший, поэтому... Ну, это офигенно только... Ну, не только, а офигенно то, что он без стрел стреляет. То есть... То есть, офигеть, нам даже стрелы не нужны. Так, Redstone Head. Ну, короче, есть там у нас всякие... ну, шляпки, ребята. Вот что я еще подумал. Я, наверное, все-таки огорожу мой вот этот дом. Да хара эти звуки спускать бесячие. А ты еще что в моем доме забыл? Ребята,
Твою мать, я уже забыл, что я хотел сказать. А, не забыл. Ребята, я горжу, наверное, мой вот этот город, мой дом. Да харе уже эти звуки спускать. Я горжу... Ну, понятно. А! Я горжу мой дом, ребята, я так думаю, все вот... стеной, да, чтобы вот эти всякие твари тут не спанились возле меня. Потому что это реально бесит, когда вот ночью вот это все спанится. Нереально. И фиг можно... Фиг можно убежать, и фиг можно спрятаться. Все, убежали. Их тут вроде нету. Давайте попытаемся поспать. Бабочки у нас дома всякие летают. Девушка там наша стоит безрукая, безногая. Или это что-то залагало, как я понял, да? Да, ладно, ты пока тут постой с алмазиком. Покарауль. А мы, ребята... Я так думаю, все-таки на этом уже закончим, я так думаю, эту серию, да. Яблочки, яблочки, выпадали немного, да? О, золотое яблочко. И, в принципе, ребята, на этом мы закончим. Я, наверное, в следующем эпизоде пойду куда-то в другой мир, так как у нас уже есть способность, как бы у нас уже есть способности, да, я переустановил версию мода, мы уже сможем даже летать, поэтому мы, наверное, пойдем в тот мир, где вот эти большие деревья, и вот там, наверное, все-таки полутаемся, если там какие-то сундуки будут и еще что-то. Или пойдем в мир роботов, там тоже куча всего, поэтому, наверное, ребята, давайте на этом все-таки закончим. Или пойдем даже в мир, там где-то большая бабочка, попытаемся ее убить. Ребят, на этом мы закончим, пишите, против ли или вы за... того, что нету у нас мода Пиксельмона в этой версии, как бы, ну, как бы в этой сборке, да, потому что раньше было, а вот я удалил, я повторюсь, зачем я я повторюсь, зачем я удалил, так как я заметил, или вроде не глючит, или, может, еще не начало глючить, да. Поэтому, ребята, в принципе, я извиняюсь, да, ну еще скажу, если у нас Пиксельмон как бы сезон, да, не будем засовывать Пиксельмон везде, если потом создадим какую-то другую сборку, например, там, Таумкрафт, да, если будет желание, если у вас будет желание это смотреть, Таумкрафт, потому что мне действительно реально очень интересно тоже Таумкрафт, потом уже даже начнем и Таумкрафт играть, ребята, конечно, с вашей же помощью, кто будет знать, как пользоваться Таумкрафтом, как вообще ним пользоваться, да, что там и как делать, потому что я действительно не знаю, то вы, конечно же, поможете, я так думаю, да, будете писать, что и как там делается. И даже если у нас будет там крафт или там диван RPG потом даже сделаем, то прикиньте, диван RPG и Пиксельмон. Потом там крафт пиксель и с Пиксельмоном. Потом, может, если я начну индустриальные какие-то сборки играть, там индустриальная сборка с Пиксельмоном. Еще там какая-то сборка с Пиксельмоном. То есть, ребята, мы везде тоже не будем пихать Пиксельмон. Ребята, я прекрасно понимаю, Пиксельмон это интересно, но если мы вот так будем... Ну да, Пиксельмон, да, например, сезон Пиксельмона, да, мы смотрим сезон. Ну, как бы не то, что мы смотрим сезон Пиксельмона, а как это объяснить, ребята? То есть у нас есть Пиксельмон, да, есть Пиксельмон. Если у нас вот эта сборка, тут где куча всяких боссов, убиваем этих боссов. Если будет индустриальная сборка, то будем играть в индустриальную сборку. А если вот, например, мы везде будем пихать Пиксельмон, то, конечно, за какое-то время этот Пиксельмон просто-напросто нафиг надоест. Если вот так мы смотрим Пиксельмон, да, но в то же время мы можем смотреть и сборку, где мы убиваем боссов. А если мы так будем везде пихать Пиксельмон, то и там будет Пиксельмон, мы убиваем боссов, но и тут есть Пиксельмон. Мы потом изучаем какую-то магию там крафта, и тут есть Пиксельмон. Мы потом изучаем какие-то технологии в индустриальной сборке, и там есть Пиксельмон. То такими темпами просто-напросто Пиксельмон надоест, ребята. Я думаю, вы это понимаете. Я думаю, вы тоже так считаете. Потому что пихать везде Пиксельмон, это тоже не по приколу, ребята, я так думаю. Поэтому, ребята, я думаю, вы меня поддержите. Вы тоже будете за. И я думаю, ребят, на этом мы уже закончим эту серию. В следующей серии, говорю, мы, наверное, куда-то пойдем. Но сейчас мы все-таки заканчиваем, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.